тебе надо ловить его, тебе надо его бить, понимаешь? А ты его передвигаться пытаешься. Это его задача, наоборот, передвигаться тебя. Это твоя задача ударить и здесь не остаться. Твоя задача дернуть, оттянуться, дернуть, оп, двойку пробить туда. Вот твоя задача. А мне было собрано. Конечно. Да? Ну чуть ты крупнее, помедленнее. Пускай бегает молодой, а? Понятно, о чем говорю? Да. Передней рукой раздергиваешь, передней рукой. Одно, два движения. Понимаешь, о чем я говорю? А? Да. Чтобы у тебя и паузы бегали, особенно при первом движении твоем. Дернул, оп, здесь вот. Дернул, ушел. Дернул, оп, и туда, двойку. Повторно, вот его. Вот это на ногах. Не садись. Держишь правую ручку, очень хорошо. Дальше переднюю. Поехали. Последний раунд все работаем, на мешках тоже. Время бокс. А можно на лице выключить или уже все? Че? Еще пару. Возникает. Ну зайди. Не надо перебивать его, Рашид. Проваливай, бьет тебя, проваливай на ногах. Ну и что? Проваливай. Молодец, только не наклоняйся. Подбери ноги, подбери. Рашид, стоп. Тебя летят кулаки. Тебя бьют. Ты зачем ты начинаешь перебивать? Тебя бьют, ты уже опаздываешь. Уходи ногами. Пускай он остановится все-таки, понимаешь? Эпизод закончен, провали его. Он остановится, он не будет 10 метров от тобой бежать. Но собери ноги. У тебя очень широко ноги, тебе тяжело, они разваливают тебя. Собери ноги, давай. Уходи на ногах. И тут двойку надо, провалить двойку. Ай, блин. Я тебе что сказал? Ты начинаешь бить, когда в тебя идут удары. Уходи, успокойся. Легче, давай, Саня. Все нормально. Да не бей ты. Не бей, когда ты уходишь. Ты понимаешь или нет? Собрался здесь и уходи на ногах. Вот это мне нужно у тебя. Ты начинаешь в обмен лезть, когда идут удары. Ты его провали. Еще раз, продолжайте. Вот, 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 молодец. Опять, опять, опять. И тут же двойку в него. Молодец. И двигайся влево-вправо, уже ноги. Молодец, меняй направление, назад, влево, что только вправо. Соберись, 30 секунд, ноги уже, Рашид. Вот, вот, умница. Выше на ногах. Пятнадцать секунд, работай, что случилось? Его проблемы. В другую сторону. Время. Пару моментов было очень неплохо. То есть самое главное, ты не... Спасибо, скажи, дядя. Самое главное, заставить себя... Да, обидно, в тебя тут удары кидают. Понимаешь? И вдруг ты начинаешь на его удары останавливаясь, начинаешь бить. Все. Ты пропускаешь, ты открываешься. Понимаешь? Вот твоя задача. Тяжелый дядя взрослый. И дернул, провалил, двойку. Пошел, пошел, все, вот он ты. Вот здесь. Для этого голеностоп нужен. Понимаешь? Ноги разъезжаются. Голеностоп нужно качать. Как мы и работали. Как мы качаем голеностоп? Вот это твоя работа. Вот она.
Вот здесь. С ударами где-то. Вот здесь. Висит. Вот это вот постоянно у тебя должно быть. Оно тебе дает эту работу. Ясно? Вот здесь снизу, видишь, нет паузы. Слабые ноги. Местами. Понял, о чем я тебе говорю, а? Перетерпеть, это очень тяжело, когда тебя бьют, перетерпеть. И вот эта группировка твоя, вот здесь ты уходишь. Это самое страшное, опасное, когда ты начинаешь, в тебя идет атака, ты выдернул, пробил, тебя бьют, и ты начинаешь тянуться руками. Ты априори вот этим движением, ты останавливаешься и открываешь голову. Пару раз ты встретил, молодец, банк кинул. Ну и продолжать движение надо. Мы и учимся, самое главное, бить в движении. Понял меня? В движении ты можешь бить, а не только когда остановился. Вот эта работа на отходах и называется.